перепрыгнем другому боссу, у тебя будет появится дебаф возле випки, премиума. Он будет либо синего цвета, либо красного цвета. Я надеюсь, ты можешь складывать пазл, потому что там будет еще метка на полу, синяя и красная. Тебе нужно забежать в синюю метку, если у тебя синяя, синий дебаф, и наоборот. В общем, разберешься. И если вам скажут бэрить, вы отходите от рейда. Вот, не надо усложнять. Тут для детей так, типа, объяснила. Пазл вложить, все. Я готов бить. Кто со мной? Клипса? Окей. Пошли, пошли, чё стали? Полистар. Боже. А ты нам справа не определил челика, который перышко кидает? А то я прыгать не могу. Перепрыгнешь. Ага, да. ГП сзади будет лететь, да? Тагариус вздыхает. Я поняла. Если чё, слева придется стопнуть. На всякий случай. Потом скажем. Просто пускай слева до 10% добьют, подождем, пока правая сторона до 10 добьет, до 8, и обе стороны ебанут, и все. Ну я просто предупредила, чтобы они вспомнили, где лево, где то. Все? А, не, все нормально. Разница с 300 до 100 уменьшилась. Экзекучит вам больше снова. Слева бейте, вы чё? Слева бейте, сильнее, вы чё? А ну справа стопнуть. Блять, быстрее. Да на изи. Теперь прыгаем, это самое главное. А, пёрышко. Я думаю, что я не прыгнула, сейчас упаду. Я босса уже мог набить. Если будете с минусом налево, с плюсом направо пойти. Те, кто первый раз бьет этого босса. Приготовились, пазл. Побежали. Как Гера откатится, сразу бейте. Ой, давайте. Гера. Дадим, да. Вот это вот сдвиг полярности будет меняться каждый там 40 секунд. Я про ночь примерно. Это я напомнила. Чтобы вы не просто стояли на своем месте дальше с этим дебафом, а снова... Это сдвиг полярности сейчас будет. Через секунду. Перебежали. Челики, которые только что прибежали, они там стоят вообще. Ой. Бармали. И канамы это. Я опять упал. Смена. Приготовились сильным. У тебя есть перышко? Зарик Пармалюга стоит. Пармалюга ясно. Он да я уже два раза на блинке упал, он не работает на этом сервере. Блинк в полете не работает. Понимаешь? Блинк в полете не работает. Скоро здесь полярит. Не вставай, ты либо тратишь. Готовьтесь. А, смог. Вы бегите напрямую под ногами. У вас дается где-то 3 секунды, чтобы перебежать, и вас не дамажат. Понимаете? А то, что вы бегаете обходными путями через за 3000 километров, это только снижает ваш ДПС. Геру дали в бурстете. Приготовились.
Я дам тотем на ману, прочитать тим на ману. Зрею. С тебя гейма. Через 5 секунд будет смена готовить. На этом боссе отдавать свои прожимки и бусты полностью по КД. Не надо их хранить, потому что бой долгий. ТПС нужен будет. Через 5 секунд будет. Поражаемся. Побежали. Кому надо? Тимыч, ты можешь говорить, чтобы поворачивали босса тебе спиной. К тебе спиной. Их сейчас будет скоро. Это их? Взяли. Короче, хилы, дорогие мои. Экзорцизм ветками, давайте, бьём. Что ДПС мало. Если бы Зарик не сдох. Настали трудные времена. Пора вытаскивать молнию на панель. Приготовились. На шестерку там поставь что-то. Ой. Не знаю, как другие, а я уже 147 тысяч набрал. Это почти как Бармалёва. Приготовились, побежали. Теперь артефакт, теперь дамаж. Минус кошка. Мне кажется, скоро Гера, если что, готовьтесь. Вам нужно. Берса может. А, Берсан. Приготовьтесь. Побежали. Успеем добить, но у нас уже очень много стаков. И осталось всего 10% босса. Да, дело в том, что он кинет все на дух. Те, кто рядом стоит. У меня хлопа есть, я выживу. Посмотрим, как ты выживешь. Последний сдвиг. Готовьтесь. Так, тактика галактика. Все к боссу не подходите, иначе вы сдохнете. Пускай плюсы по... Плюсы и телепортируемся, плюсики. Так, кого подамажить? Так, куда-куда. Все, нам уже на сапфироны. Меня только не дамажите, а то лут не получите. Минусы стоят еще 30 секунд. Ничего не знаю. Кто сдох, 20 секунд еще лежите и потом вставайте. Кто с минусов зайдет, то к сапфрону умрет, кстати. 5 секунд, можете почти вставать. Вот почему-то дохлый. Резать его там. А что? Все, можете ТП сами. Нет, не стоим. Вы Войда резнули? Иначе без лута останетесь. Он живой.
пока Войт там распределяет лут, я бафую и объясняю тактику. Ой. Тут только каномы не знают тактику. Бьешь босса на первой фазе. Еще на первой фазе будут появляться Blizzard. У тебя же есть такой скилл? Я знаю. А, знаешь, все, молчу тогда. Все, все знают. Главное, рейнджу держите на второй фазе. Рыбу, да, ставлю. Настя, когда там все? Что я все? Я не все. Ну, решили там, не сможешь. Телек смотрит. Она довольна. Только не орать. Значит, до конца будешь, да? А, да. Ну, можно и... Хочешь, я буду молчать? Да нет, я на личи могу поговорить. Никому на второй сплек не надо, Тагарис уже вторые сейчас заберет. Ой, блядь, Азраил. Тагарис, тебе не надо на второй, на ретрика? Он не в Дисе, наверное. Ставьте шкаф, Войда нет здесь. Да тут протонуться недалеко. Я уже сумел. Вот и Войд. Блин. Целый осколок прокапал. Рыбу надо? Рыба вот стоит. Ты что-то лагаешь, Войд. Так, я перебафала всем каски. Просит приста баф. И инту обновите, пожалуйста. Нет, не тишина. А, сейчас там отвечу. Я вот думаю, спекнуть Бармалюгу. Слышишь, Бармалюга, давай в хила спекнись тут, помоги. Чай скопился, не смотреть. Думал... Этот ёбаный диз заебал, он, блядь, багаться. А я думал, у нас сегодня культурная неделя. Нормально так прорвался. Культурная неделя позавчера была, по-моему. Ну, покультурничали, хорош. Как мне 18 лет? Мне скоро 19, кстати. Можете мне сложиться? Гарри, может кинуться, а не сложиться. Ты такой говоришь, DS багается. Я начал тебе говорить, что такая же история с телефона, и у меня забагался. Нормально. Это как Восатый Хил шутил по поводу того, что Вайда вылетала, теперь второй день зайти не может? А что, реально у меня проблема? Я думал, человек работает. Да, вчера пытался зайти. Ну не знаю, сегодня может работать, но вчера у него вылетало. Жестко. Он не пошел в льду. Это она. Но, блин, ну извините, там не совсем понятно. Ну да. Если хотите око, пошевеливаемся. Надо было под хвост заглянуть снова. Все, все, го-го-го. Да я сам дроид. Просто рядом не видел. А у нас будет, типа, там просто резист на этого или нет? Так бы я по усикам прилил. Напоминаю, на воздушной фазе нам нужно будет набрать рейнджу. Рейнджу набрали все.
Только в Троицкой не убегайте. Тем временем хилимся. Так, третья глупость, прячемся. Прячемся. Минус пол рейда. Это так на X2 когда-то было. Пошли за трансмогом как-то. И я ходила и валяла. Батя Гер. Бурстин. Напоминаю, если стоять прям под хвостом, под шоком, то это вообще не. А перед лицом можно. Кстати, говорили про то, что он не рогает вообще. Что да, случилось не то. Ирланды здесь. Я бы это сейчас. Две красавицы в рейде. Лазила чуть-чуть. Спасибо, Мипич. Стоишь. Чёрт, тебя подери. Не стой. Беги, не через рейд. Мипич подумал, я не дамажу. Не будет. Ренжу. И хильтесь. Я стою, похильте, пожалуйста, Роланду. После меток встань лучше. Сейчас третья глыба будет, прячемся, все, направо. Захилили. Бафали тем временем. Гимна ману дать, если это там. Я когда что-то говорю, я не хилю. Короче. Мики, что-то у вас там вообще плохо. Зраил. Дефант. Тимыч, дай по Зраилу, пожалуйста. Иннер. Погоди, он обрыгивается там. О боже. Через рейд повел, вообще красавчик. Вой тоже может мне нагадать, ладно, не схопало. Не хромало, Фанаси. Не надо. Было достаточно. Как-то. Все. А, Ренжу набрали. Хильтесь. Можно тем временем забафить павшу. Так, это третья. Запрятались. Клипса стоишь, что-то не там стоишь, Клипса. Да нормально. Это что, у меня баб был, да, он не взлетал вообще. Всё, кстати, аниматрончику залейте, Иннер. Может быть, кто-то гимн споет вместе с ТТМ поставит. О, аниматрончика без КД Иннер, он сам себе. Теперь мне нужно идёт. Почему мне так везет? Мне тоже сейчас везет. Обычно я бегаю так. Да нет, я про то, что вокруг меня всегда бегает кто-то и служит. Да я вон стрела, Тимыч, короче, лужу выносил. Он зигзагом бегал вокруг меня. Я сейчас смотрю, что происходит. О, ГЦ.
Кинжал, кинжал, смотри какой. Может, это такой. Кто у нас бандит? Бандит. Бандит. Макс бандит. Смотрите, ребята, вот ключ, это если Вока убить, там синее сердце. Вот ключ рольте на 100, нажимайте те, у кого на острове там квест не делается, или времени нет делать. То есть там на РДД и ну, еще на кого, на танках хорошая шея. Я тем временем депту ставлю. Тут на этом боссе нужно будет убрать панели на первой фазе. Вообще аудишку, понимаете? Канаме, Близзард, Низай. Надо бить точечно тех мобов, которые вылазят, которые лезут к тебе, продираются, не знаю. Ласкают, не знаю. Да, тут много хилов не нужно. Я не помню там на этого. Ты имеешь в виду Навара шею? Там с АРП. С АРП. Агила АРП. Да, вроде есть. А ты не брал шею? Просто ты не спрашивал. Тем временем забафайте Зарика, Орландо. А убийство мне ушло точно, правильно? Никто не ролит. Щит уйдет этому. Скорее всего, Дикунатор. Если выпадет. Ну да. Он уже всем упал. Да, даже моему твинку. Ну, кошка Мурка, сейчас пока пати не покидай. Возьмите за друлю, сейчас я ему и продам. Сейчас докидаю шмот. Это уже стакать. Знак бандита. Пас. Кстати, да. Тактика перебежки. Бежимся в одной метке, никто там не останавливается. Ну давай посмотрим, я сегодня брал что-то. Ну голову. Возьму, наверное. У меня 213, но если ты будешь брать, то. Сейчас подожди. Говорю. Креветка, тебе тоже же голова нужна, наверное, креветка заберет. Да, я могу ступить. Мне уже да нет, ну, нужно. У меня 213 голова, не то что прям совсем без ничего. Просто ладно, если пускай, она никому не нужна, пускай, типа. Пускай тогда кошка сидит. Ну, типа тут нужна да, и креветки. Да, давайте так уж. И креветки, и мне, и там дальше. Вон даже визири надо. А, ну все тогда, без проблем. Перчатки чё кому ушли? Боешные. Забыл сказать. Что сказать? Сейчас я в этом месте. Раздайте, пожалуйста, лапку. Визире, Тимичу. Все встали в кружок, кто готов. Уберите, пожалуйста, аспект. Он меня почему-то пугает. Кимбич, Дипонатов, Зарик. Петов на пассив поставьте все. Да, Петов на пассив, тотем и там поставим. Здесь не надо. Все, давайте. По ДБМ убежим. И за кружочком, кружочек, давай. Ты нас останавливаешь. Бежим. Бежим. Вот красавчики вообще. Все, ставим тотемы. И хилы пойдем в рукашку. Сейчас клитов напустим.
Вот этих солдатиков нужно будет бить, они что-то быстрые. Доходят и дамажат рейд. До кружочка доходят, они весь рейд дамажат. Это только один быстрее, остальные медленнее будут. Да? Видишь? Это только первый быстрый. Я не замечала. Ну все, ваша тактика... Мне вообще хп больше. Солдатиков. Солдатики ауешат, а банши откидывают нас всех. А поганище сам бы с ней обычно убивает. РДД в череп. Без цепных молний. Я бы спиздил у тебя голову, креветка. Чисто за то, что да, у тебя... Да, бери. Знаете, солдат. Триня кайфовая у тебя, вот это глаз про матери. Да бери. А, Канама, вторую фразу знаешь? Нет. А, нужно будет прописать рендж или просто глазами посмотреть, чтобы вокруг тебя обычно никого не было. Будет кидаться черепочек, нужно ренджу держать, и крестик тоже ренджу держать. Что-то из них дамажит вокруг тебя. Блин, взрыв маны. И я еще забыла, короче. А, по поводу будет красная лужа появляться такая. И ты должен будешь из нее выбежать. Не выбежишь, это будет ваншот. Вроде бы все. Если сможешь, сбивай боссу каст. А, в тех случаях, когда какие-то другие, не знаю, роги его ДК не сбивают каст. Потому что там начинает танк пробивать силы. Собственно, все остальное бить босса, бить босса и бить босса. Так, солдаты идут. Все, тактику понял, рейнджа бить. На самом деле, я бы еще объяснил, почему нам надо держать рейндж, потому что время от времени мет кидается, который замораживает глыбу и ближайших возле тебя игроков. Если ты забросишься один, тебя хилы выглядят, если забросишься два, хилы, которые вокруг тебя могут тебя не выглядеть, умрю. Ну, ты умрешь, короче. Это самое важное. А самое второе по важности, это просто красная войд-зона, которая появляется под тобой. С нее надо мгновенно выходить, не за полсекунды до того, как она тикнет, потому что иногда бывает такое, что она запоминает человека, который стоит. И даже если ты успел перед срабатыванием выйти, она тебя ваншотнет. Вот и все. А остальные, это уже мелочи, которые как бы с опытом придут, ну, затроившиеся. Бачка ничего занят. Там телочка вышла, на ней кружочек стоит. Но солдатика все равно бить. Так. Там еще один. Ничего же ничего, сейчас я ем. Солдатиков добиваем, мобов добиваем, ренджу соблюдаем. Милики стоят справа от босса и слева от босса, чтобы, если вас заморозило, не заморозило всех, понятно? Проверка дистанции, вот, стой прямо. Так, уже вышел, красавчик. А чё, герои не спавливают? Или на 30%? Давайте спавливаем. Бля, я ждал. Когда нет, жуки чё, выходят, чё, тогда даются обычно гер. Такое себе. А можешь, пожалуйста, друид аниматрончик отойти на 5 шагов вперед, если этот, или Канама чуть назад. Все, спасибо. Хорошо, ко мне подбежать. Мне надо там и право, и сзади закрывать. Вот, я говорила, видишь, у тебя медиазона там пизда. Справа и слева от босса. Стоите хоть как, ладно? У меня классный радар сейчас стоит почему-то. Дюпранжу, держи. С твоей маной тут. Ну,
это Макс с шаманом держу. А, нет, стоп. Во сколько мета кидается? Он 25 примет, да? Глыбу. Или сколько? А, еще будет контроль скоро. Одна глыба, но надо всем просто надо всем на рендже быть, чтобы вообще не попасть. Одна раза, ну, ладно. Одна дается и на рендже, кто рядом стоит. Да, я понял. Зараил, держишь? Раз, видите? Видите, снова все. Я не знаю. Слева справа стоять вас. Бармалюга, выбегай. Бармалюга умер. Успел. Он дается 5 секунд. Осмыслить, увидеть, убежать. И испугаться. Роланда выбежала контролем. Не, ладно. Простите. Тех, кого я бью, киньте им боб или сакру, сальву. Дюпонатора иду бить. Смерть чистая. Авентор, главное, законтрольте. Я давал ему фулвик. А, ты бы залей, пожалуйста. Тимбыч, пожалуйста, залей шаману инерцию. Вы можете диспелить хилы, алло. Господи, да тихо. Не вставай пока. А, все, вставай. Тотем проебал? Да. Арти, ману все залейте, кто можете. У нас нет пол этих. Инеров нет. Креветка и визиря, пройдите чуть-чуть вперед, я просто до босса не достаю. Контролим Бармалюгу. Гнедыч. Паразит. Ваншотает. Надо было контролить. Да нет, я бегала от него. Стан был в КД? Да, в КД был. Я в КД была. Надеюсь, не в Бармалюгу. А, не, Монтрончик, дай, пожалуйста, БР по артефексу, ты там радашком стоишь. Когда нету. После этого Войт может дать мне этот винер, тоже сейчас откадешься. Осторожно. Потом салетим. Портал в Долоран дадут и салетим. Законтролили за Эрика особенно. Кимбича. Почему я не могу это выйти из подчинения с помощью расовой обилки нежити? Она не работает тут. На контролях, где тебя босс контролит. Такое не приканает. Фуха на кольце. Войд. Кольцо мое. Чё кольце? Да, колечко тупое, не скоро. На, ну да, твою. Нужно. Чё? Тебе же с МП5 кольцо нужно. Не-не-не-не-не, ничего не знаю. Ты по мане садишься. Не-не-не-не, ничего не знаю. Я сюда ради него и хожу, если не заметил. Она хас тобой хулипал, понимаешь? Ну, хай, он прям чувствовал, шлем чувствовал, знал, что выпадет, поэтому знал, что не надо идти. Если кто-то другой будет брать. Отлично сыграл. Если вы так хотите, берите на РДД, Бога ради. ДПС важнее.
Не, я просто по объективности смотрю. Ну, смотрите. Я просто помню, когда Слава говорил, что Настя, тебе нужно больше МП5 в ульде. Я... Короче, смотрите. Так, что... Берешь кольцо или следующему? Следующий базука. А давай для ДД. Для ДД давай. ДПС не хватает обычно. Поставьте портал, полетим до ранга, потом сам. Я голову жду. Я, наверное, буду брать. Будешь брать голову? Да хз. Метасокет есть уже в ГБ? Или как и кто-то с этим? Кто может сделать его? Так что, мне брать, не брать? Не знаю. Да. Я метасокет вставлю сразу, у меня есть. А, кстати, вот еще один. Извиняюсь, что я перебил, еще один моментик. У меня есть квест на шею с десятки. Ну, типа на. Из 25-ки. Да, и у меня с 25-ки, может, кому вообще прям совсем типа хреново. И надо им там с 25-ки могу вступить, если без 10-ки взять. Если прям вообще.